Слышать смех – радость, вызвать смех – гордость. Так говорил легендарный Юрий Никулин. В этом зале уже совсем скоро точно будут смеяться. Девочки и мальчики, а также большие дяди и тети. Ведь на манеже Владивостокского цирка грандиозная цирковая программа, посвященная вековому юбилею самого популярного и невероятно любимого в Советском Союзе клоуна. Программа отражает основные вехи жизни великого артиста, показывает его многогранное творчество и талант через призму циркового жанра. Вы увидите, как на манеже разворачивается театрализованное действие по мотивам известных кинокартин, услышите голос актера и песню в его исполнении. Под куполом сам Юрий Никулин, весом в несколько тонн, такой же огромный, как и его талант. Он замер над ареной, как будто никогда и не уходил из любимого цирка. А там внизу, на манеже, все те же, кому и положено быть на настоящем цирковом представлении. Хищники, попугаи, лошади, собаки, акробаты, батутисты и, конечно же, клоуны. Для зрителей приготовили настоящую цирковую сказку, веселую и зрелищную. Декорациям и костюмам тоже отведена одна из главных ролей. У нас созданы 12 красивых костюмов клоунов. В них вы увидите наш балет. Сегодня были маленькие зарисовки нашего представления. Полномасштабное представление вы увидите уже 28 и 29 октября, уже на манеже прям Владивостокского цирка. Это полноценная будет программа, полностью вы увидите все краски. Программа «Клоун» существует уже 2 года, и за это время ее изменяли и не раз. Говорят, каждый раз зрителей хочется не просто удивить, но и влюбить в себя снова. Режиссер Руслан Ганеев горит на работе. В этот раз невероятной красоты сцена с огоньком от потомственных артистов цирка уже ждет приморских зрителей. Но у нас есть номер, где мы поджигаем человека. Веселый. 28 октября состоится премьера великолепного циркового шоу «Клоун» во Владивостоке. Артисты цирка посвятят ее Юрию Никулину. Подвести это имя нельзя, поэтому спешите видеть, спешите смеяться, спешите удивляться.